Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем киноканале. И сегодня мы с вами поговорим про «Ночи в стиле буги». Фильм про эпоху, когда фильмы для взрослых считались шиком. Итак, начнем! Житель Лос-Анджелеса Эдди Адамс не блещет особым умом, но у него есть непомерные амбиции и одна необычайно развитая часть тела. Джек Хорнер, режиссер, мечтающий снять шедевр на стыке обычного кино и фильмов для взрослых, обнаруживает Эдди и предлагает ему сниматься. Парень, взявший псевдоним Дюрк Диглер, соглашается и быстро становится звездой. Только вот один вопрос. Сможет ли Эдди остаться человеком, или у него снесет крышу, как и у многих других, кто за секунду стал знаменитым? Каждому свое, верно? У каждого есть свое призвание. В ночах в стиле буги Полу Томасу Андерсону удалось создать фантазийный мир фильмов для взрослых, напоминающий кривое зеркало Голливуда. И в этом мире люди, обделенные умом и обычными способностями, могут найти себе признание, денег и фанатов. Ведь у каждого человека есть то, в чем он может преуспеть. Даже у Дёрка Диглера, интеллектуально неразвитого парня, который не смог закончить среднюю школу. Но не нужно забывать, что в 90-е в США на подъеме был консерватизм, поэтому «Ночи в стиле буги» показали звезд фильмов для взрослых, как психически неуравновешенных людей, которых непременно настигнет небесная кара. Хотя на самом деле в той эпохе в фильмах для взрослых снималось довольно много нестандартных людей, включая Джейми Гиллиса, богемного интеллектуала и выпускника Колумбийского университета. Поэтому «Ночи в стиле буги» мне не нравятся с точки зрения их пропаганды американского пуританизма. С другой стороны, «Ночи в стиле буги» отлично показывают переход общества от либеральных 70-х к рейгановским 80-м. Ибо в 80-е уже никому нет дела до искусства, а звезды фильмов для взрослых полностью ощутят на своей шкуре все лицемерие и двойные стандарты остального американского общества. Хотя, по гамбургскому счету, банки нанесли намного больше вреда окружающей среде, чем фильмы для взрослых. Но любое общество весьма лицемерно. Суммируя, «Ночи в стиле буги» – отличный фильм про последние годы эпохи, когда фильмы для взрослых считались шиком. Но и к определенному минусу фильма можно отнести его пуританизм. Все же не пропустите его. Берегите себя и смотрите отличные фильмы. Пока! Взорвем их, да! Да!